250 делегатов из 30 стран мира стали участниками международной конференции. Впервые встреча специалистов в области производства и обеспечения безопасности пищевой продукции проходит в России. Не случайно выбрано и место проведения – город Сочи, Краснодарский край, который является важнейшим аграрным регионом нашей страны. Для развития сельского хозяйства, в частности России, сегодня делается немало. Привлекаются инвестиции в аграрный сектор, в результате чего, подчеркивает руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, агропромышленный комплекс показывает высокие результаты. Особое внимание безопасности продукции – это залог здоровья людей. Эта конференция призвана для того, чтобы обсудить проблемы, обсудить программу, обсудить новые научные подходы и дать старт той программе, которая по распоряжению правительства Российской Федерации распространяется на 5 государств для обоснования методологии и выработки мер, как снизить риск для здоровья населения от избыточного использования антибиотика как в сельском хозяйстве, так и в других сферах. Встреча на международном уровне, в том числе с руководством Продовольственной организации Объединенных Наций, показывают общность взглядов и необходимость объединить усилия для работы в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Мы говорим о глобальном сотрудничестве в рамках конференции, хотя она посвящена и проблемам региона. ФАО в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения обработала информацию, полученную через исследования, и разработала глобальный план действий борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам. Сегодня речь идет об инициативе России в сотрудничестве с ФАО по внедрению плана действий в странах, где нет своих национальных программ в этой сфере, и Россия выступает здесь в качестве лидера. Для региона конференция играет немаловажную роль, поскольку производимая продукция реализуется не только на территории России. Краснодарский край является участником мирового рынка зерна, молочной и животноводческой продукции. Нам сегодня нужно совместить наши амбициозные задачи по наращиванию объема производства, конечно же, безопасности продукции, которую мы произведем. И это нелегкая задача, и благодаря, конечно, вот такой дискуссии, такой конференции мы можем наладить конструктивный диалог между производителем, потребителем, конечно же, выстроить алгоритмы или цепочку производства экологически чистой и безопасной продукции. Работа конференции продлится в течение 2 дней. По ее результатам будут сформированы программы совместного сотрудничества в области продовольственной безопасности. Рената Шипулина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.